Всем привет, с вами Артём, и сегодня мы будем смотреть набор LEGO Technic Article 42006. Вот такой замечательный экскаватор. Что ж, сейчас я вам покажу его. Вот такая замечательная модель. Да, купил я этот набор за 3000. К сожалению, электронного набора к этому я не нашел. Потому что в Москве его найти все-таки было трудно. Ну что ж, сейчас я вам покажу его работу и принципы. Итак, наклейки здесь не просто так. Если мы повернем вот этот рычажок влево, то мы можем двигать поршнями, которые находятся здесь вот. Вот, видите вот этот поршень? Один вот здесь. Мы можем эту часть крана двигать. Если мы повернем рычаг вправо, то мы можем двигать вот эту часть крана. Что ж, давайте попробуем. Ну еще вот. Это регулирование лепестками захвата. То есть мы поворачиваем, и мы как бы можем вот этими лепестками захвата управлять. Что ж, сейчас я принесу сначала какой-нибудь груз, и потом мы все это попробуем. Что ж, в качестве груза я выбрал вот такой попрыгунчик, красивенький. Вот он, блестящий. Ладно, положим его вот сюда. И давайте поехали. Мы едем за грузом нашим. Итак, что же нам надо сделать? Сначала нам, наверное, надо все-таки опустить. Мы берем и поворачиваем рычаг влево. И пробуем. Итак, смотрим. Как мы видим, он поднимает вверх. Ну вот, мы видим наш кран. Точнее, вот эта штука поднимается. Что ж, и опускаем ее, потому что нам надо взять наш попрыгунчик. Отпускаем, опускаем. Опускаем. Так, для нужного нам уровня подъезжаем немножко. Опускаем. Итак, опустили. Теперь переключаем в другую сторону и еще опускаем. Так, нет, нам надо опустить. Так, отрегулируем лепестки захвата. Так, давайте повернем наш рычаг. Повернули. Смотрите внимательно. Мы видим, лепестки захвата раздвигаются. Так, достаточно близко они. Так, поправим. Так, нет, лучше так поправить. Значит, отрегулируем рычажки. Так, поднимаемся. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. Так, отъедем немного. Вот так вот отрегулируем. Так, рычаг отключаем. Этот включаем. И берем. Так. Я, конечно, понимаю, освещение здесь плохое, но у меня такой свет, к сожалению. Опа, выпал наш попрыгунчик. Засунем его обратно, не дадим выпасть. Так, выключаем нашу функцию. И теперь функцию поднимания. Сейчас я вам покажу попрыгунчик. Давай, поднимайся. Так, подняли. Теперь переключаем рычаг на другой. Так, нет. Так, нам надо поднять. Нет, это не подъем. Давайте быстрый подъем сделаем. Так, я пока сейчас подниму груз побыстрее. А то у меня совсем мало осталось. Ну вот, достаточно вроде бы. Вот, еще чуть-чуть. Ой, попрыгунчик выпал, подождите. Что ж, я, конечно, понимаю, вам плохо видно попрыгунчик, но я думаю, видит кто-нибудь такой. Вон. Сейчас получше сделаю. Вот мы видим, он цветной, такой радужный. Ну, я думаю, вы поняли, что груз он поднимает. С вами был Артём. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.